Запомните эти трезвые лица. Дайте мне пиво. Кирюшеньки 26, а мне 26? Ёпка. Можно я обратно лягу? Офигеть, что за шары такие? Нет, вот это самый топовый. Вот это просто. Смотри. Это топовый шарик. Смотри, возле шариков там есть кое-что. Возле шариков? Да. Ты подарила мне робот-пылесос. Нет. Дарина, не дари. Нет, Кир. Ну-ка, нет, не там. Чак-чак! Нет, неправильно. Да, ё-моё. Да, Кир, ты чё? Ну ладно, подожди, я, возможно, не вижу. Кир! Что, подожди? Да что? А, ёпта. Да я реально слепой. Давай попробую угадать. Я не смотрю. Сертификат. Ну-ка. Точно не массаж. Массаж был на Новом году. В спортзал? Открывай. На фотосессию? С кем? На фотосессию Кирюши с его Теслочкой. Ребята, наконец-то! Так, все отлично. У меня фоточек с моей женщиной достаточно, но фоточка с моей Теслочкой... Ну это, блин, это надо интересно пофоткаться. Спасибо. Это тот самый фотограф, который ты фотал, что ли? Да. Понятно. Он это, как я думаю, где-нибудь может... Топовый чувак у нас в городе, короче. Где-нибудь, может быть, в мае, когда станете красиво, все расцветет, и тогда ты сходишь с ней пофоткаешься. Красочки чуть-чуть добавятся, там зеленые, там, не знаю, какие-то... Короче, сейчас цвета нашего города серые, черные, коричневые. Ну, еще желтые чуть-чуть там, где саки. Во. Я буду фоткаться. Теперь ждите офигительных фоточек. Можете подписываться на мой инстаграм. Как у меня, сука, это работает? Почему я даже после того, как проснулся 5 минут спустя, я умею разговаривать на камеру? Пацаны, я уже с ума, по-моему, сошел. Или сейчас тебе... Я посреди ночи разбудил. Сейчас Кирюши еще скоро придут гости. Да, придут, и мне надо это, привести все в порядок. У меня мешки такие под глазами. Надо воды попить. Короче... Днем рождения, зайки! С днем рождения меня, зайки! Поздравляю в комментариях! Представьте, что к своему лучшему другу пришли. Опа! Мы увидимся раз в году. Ура! Ура! Кирюха, это тебе! Кирилл, мы поздравляем тебя. Мы поздравляем тебя с днем рождения. Стопска привезли. Стопска, ага. А, ну все, спасибо, это Delivery Club. Все, давайте, пока, ребят. Давай закрываем. Заходите. Здорово. Здорово. С днем рождения еще раз. Спасибо. Ты обязательно сейчас посмотри. Ты хорошо выглядишь, а? А ты мне такого не сказал! Хотя бы сказал, ты так плохо выглядишь, да? Ну это тебе. Это, кстати, прянички. О, нифига себе. Я же не буду это есть. А. Ты должен открыть сейчас и посмотреть на этот торт. Серьезно? Да. Кир, неси сюда. Распакуй, посмотри. Залетайте. Так, ну сейчас посмотрим. Вы переживали за этот торт. Вы его везли, что ли? Не, он его везли. Оу. Нифига себе. Ах, я чувствую сметану. Как я люблю. Подожди. Он съедобный, все съедобное. Офигеть. Tesla Model 3, а вы еще и цвета узнали, да? Мы все, мы абсолютно все. Спасибо, Катюша, за информацию инсайдерскую. С каждым годом тебя все сложнее удивить. Да, я понимаю. Поэтому... Спасибо большое. Ну только я сейчас есть не буду, я только что поел, прям буквально минуту назад.
Но мы его обязательно захаваем. Мы еще два дня здесь, так что мы его обязательно захаваем. Завтра поедем? Да. Мы сильны, дружны, не травни друга. Бережем нас ты, отец, завеса лета. Короче, я сел в эту космолет этот ссаный, вот, хорошая машина. Да, как говорит Андрей, завалил. Жаловать местный ресторан на Павловского 1Б, добро пожаловать. Моя улица, я Павел. Местная смотра. Все, поехали. Поехали, давай. Ну что, друзья, у нас ускоренный курс обучения автопилотированием Теслы прошел успешно. Сейчас мы едем за вот этим замечательным автобусом с кучей замечательных моих друзей, которые прямо сейчас наслаждаются поездкой. Мы сейчас в деревне, чуть дальше, да, мы из города выезжаем, мы поменяемся местами с Катей, потому что ей по городу как бы сложно на такой габаритной машине ездить, тем более вечером, когда все пробки, ну, короче, такое себе. Мы сейчас уезжаем за город, меняемся с ней местами, я иду в этот замечательный автобус, открываю замечательную чеплыжечку и начинаю замечательно отмечать. Как вы поняли, у нас сегодня замечательный день рождения, да? Отмечаем мой день рождения, со всеми познакомлю, всех увидите, все поснимаем. Главное Кате рассказать, как управлять этим чудо-аппаратом под названием Tesla Model X. Катя, я тебе все рассказал? Да. Все, я надеюсь, у тебя получится, да, я уверен, что у тебя получится. Ехать будет вместе с Настей. Настюх, передавай там приветики. Да, вот. Так что я думаю, у них получится нормально ехать. Их задача просто ехать за автобусом с пьяными мужиками. Все, это вся задача. Вот бы в жизни это так работало. Всегда так, знаешь, это сидишь такой, да-да-да, ладно. Так, ну, Катя, желаю тебе успехов, у тебя все получится, давай. Это первый бум. Да, первый раз именно на длинное путешествие. Это Женя. Я колонку отдал Паше, все, приключение начинается. Привет, подписчики. Катя прямо сейчас поедет за нами. Катя, включи свет. Сама включится. Короче, вопрос, зачем нам Тесла нужна в Шерегеше, чтобы назад оттуда отправляться уже своим ходом? Вот, все, это единственный вопрос. Мы в багажнике поедем. Да, в багажнике. Все, запомните эти трезвые лица. Дайте мне пиво. Показывай нас! Зачем ты пришел к Рванам? Подожди! Подумал, что будет с Рванам! Ержан, вставай, Ержан! Кирюх, бомбокс в актером! Сейчас. Ребят, что за хуйня происходит, блядь? Куда я попал? Привет, оператор! Привет, оператор! Я оператор 2, ты оператор 1. Повар, хорошо, это повара, да? Какова профессия повара? Охуенно! Настя, у меня знаменательное событие, так сказать, день рождения. Паша, вчера был. Подожди, принеси подарок, вон справа лежит. Я думаю, что стоит выпить. Конечно. Выпить за здоровье, конечно, в первую очередь. Да. Не знаю, чьё. Ну, у кого-то тут день рождения. Буквально день назад у моей девушки день рождения. Моя девушка, день рождения за тебя. Эджан, вставай! Чтобы была чистка, ты должен точно это сделать. Эджан, вставай! Ярик, нет! Ярик! Пожалуйста, нет! Ярик! Паша, вставай, Паша, Паша. Давай живота ебанем. Паша, ты все равно завтра стригешься.
подушку. Ржав, вставай! Висок, я тебе уже сделал. Ушко, ушко, дай, ушко, дай. Всем доброе утро, Зяш. Побрили Пашу! Приезжайте в Дом Пиздец, приезжайте к Ярику стричь сюда. Ссылка в описании. Чуть-чуть челочки. Ее надо короче сделать. Минус челочка. А что ты такой лысый, Паш? Пипец. Нахуй тебя подстричь. Паша, ты пипец лысый тебе. Ты не можешь зашкварить нормально. Идем на диван все, блядь! Нет, залупа какая-то. Пойдем на диван, блядь. Да похуй, ложимся. Главное, Паш, спим. Паш, стоп, отходи с кадра. Начинается кадр мешать, ты залетаешь сбитый в шубе. Опять, блядь, ну еще же не апрель. Куда ж ты, блядь? Прекрати, пожалуйста. Давай хотя бы раз. Do do do.